Нет, была бы у меня нормальная подписота, а не эти, блядь, дебилы, нахуй. Точно 80% дебилов. Не приходилось бы так экономить. А? Так а что, потому что на всех ругаюсь. Если бы не Юртас, не Николин и не Давид со своей бандой, блядь. Да вообще бы хуй знает, как выжил. Или Костя, блядь. И что вы думаете, нахуя Гуаровита? Ну, чтобы сэкономить, блядь. Короче, смотрите. Сейчас я вам буду втюхивать одну тему. Так что ставьте лайк, видео будет, блядь, здесь в болячках, поглядите, просто пиздец. Так все плохо, вы даже не представляете. Ты взяла ключ? Да. Бля, у меня маски нет. Ага. Охуй. А? Пойдем через бабку. Пойдем. Ну, вышел на улицу, я охуел сразу. Ты ёбнулась? Я могу шамать полиция! Я? Она легла, знаешь, так откинулась назад и лежит и прям плачет, знаешь, стонет. Мне только ее жалко было, вообще капец. А. Прям, бед... знаешь, так... Вот как вот я у тебя пьяненькая реву. Ага. А, идем с вами, сейчас я вам буду это втюхивать, говорит, дичь. В полицию по данному. А, в полицию? Ну, барчики все пооткрывались. Все так дорого, когда ты бедный, блядь, пиздец. А тема-то в том... Да? Знаешь, что это за барчик? Не-а. Мы в первый день с тобой тут пиво покупали, когда только в Бразилию. А-а. Тема-то в том, что вы чушки, блядь, вообще Бразилию нахуй не тянете нихуя. Ага, вообще позор, ёпта. Вы позор Ютуба. А, вот цены в Макдаке, кстати, умножайте на 14. И далее... За 140 рублей можно 2 взять, ёпта, вообще очень удобно. А что, мы за ручку идем? Мы за ручку идем. Не знаю, хули. Бриллиант. Ну, нихуя там люди едят. Бля, вообще заебись. А Даймонд? Шанбрайн, Лаки Даймонд. Лаки Даймонд, Дай Даймонд. Мы выйдем туда? Ну да, я же... Пойдем на лавку играть. Нахуй лавка дождь. Пока. А, 1,90 будет, если добавить. О, цены. Давай добавим. Бля, давай добавим. А? О, не, нахуй, давай не будем добавлять. А давай в 2 добавим. Давай. Да, в 2 добавим, чтобы было поярче. А Макчитина в 6 нельзя? Ну, ты сколько стоит начинает? О, это кто? Ну это вот он с дополнительным сыром. Нахуй, дорогой, давай нахуй. А, ну короче, пойдемте, я вам начну. Знаете, вот в душе официантка, она всегда официантка. Протерла в Макдаке столик, вообще молодец, блядь. Жень. А, и у них, кстати, вот всегда мороженое, типа как отдельно почему-то, да? Очень странно. О, нихуя у меня еблет. Что-то приболел, пиздец. После новогодних этих всех гулянок, хуянок. Так и что я вам хотел втюхать-то, братья? Короче, пиздец. Надо отсюда бежать куда-то, как можно быстрее. Мы с вами вообще не тянем. Наша жизнь в Бразилии, знаете, на что похожа? На выживание. Я же здесь очень много думал, размышлял, взвешивал, что еще делал. И, короче, понятное дело, что я, наверное, все нагулялся. Пора, наверное, к истокам. Я имею в виду в Грузии. Так и вот. И начал смотреть How much this съебать в Грузию. А там просто
боль и пизда нахуй. 1120 надо, вот, чтобы, знаете, на данный момент съебать в Грузию. И еще непонятно, нужны прививки или нет. Короче, чем больше и дольше здесь нахожусь, тем дольше и больше понимаю, что она, блядь, затягивает ебучая Бразилия. Здесь нормально, жить можно, но не, не мое. Я все-таки, наверное, грузин. У вас, кстати, нет ни у кого выходов на грузинскую диаспору, чтобы нас с Катькой бы в Грузию переправить? В грузинской диаспоре обращаюсь. Ты что, все было опять? Там не было. Молодец. Катенька. А? Так и вот. Вы скажете, а что вам, блядь, Грузия не заходит? Ну, ёбнуться. Платить $1000 за жилье я не готов. Я, кстати, не одно и то же каждую серию втюхиваю. Ну, блядь, извините, ебать. Если такая хуета происходит. Я по билетам посмотрел, самое дешевое получается в Египет съебать. Это вот там за 80 тысяч можно вдвоем уехать. Так это 80 тысяч, блядь. Но с другой стороны, а эти же 80 тысяч мы здесь, блядь, за жилье отдадим. Там, где мы, блядь, жить не можем. Нихуя, нихуя ты булок набрала, мам. Заебись. Ты-то вообще, что скажешь вот вообще про нынешнюю ситуацию? Полный пиздец. А что тебе, вот, почему не Бразилия? Блядь, почему не Бразилия? Ты не тянешь ее. А, из-за бабок? Ну, блядь, ну да. Сломалась, блядь, хуйня вот эта. Открой, пожалуйста, милая. Ну, я же видео записываю. Я подержу. А. Только она все равно выглядит. Не, так вот расскажи, а почему? Вот а что бы не вернуться в Грузию и не попытаться там зацепиться? Чтоб нет жилья. Блядь. Что? Люди же город, живут. В котором можно жить русским, где мы потянем денег, ты не хочешь ехать. Говорит, я сучка для юбовских курортов, я не буду. Оно прольется и на меня, я тебя, блядь, умоляю, держи рукой. Не, ну вот поговори, ребята, что да и куда бы ты съебала бы с радостью? Во Вьетнам. Не, ну если вот так еще разговаривать, я бы уехала сейчас. Ну, через месяцок, да? Ну, вот как раз к 25 числу, когда у нас закончится 3 месяца, я бы либо в Турцию уехала бы, ну, что не хотелось бы, либо на самом деле бы в Индию. Потому что я в Индии не была, и мне бы, типа, я надеюсь просто, что я там заражусь червями и тоже буду худая, как ты. Я же смотрела видео Фишая, там у них у всех черви. Правда, черви? У них у всех черви, они поэтому такие худые там. Нет, все. Нет, вот и смотрите, вот и каково мне быть, она вечно, она до сих пор хочет бродить. А я-то им, блядь, затюхиваю за то, что, блядь, я хочу уже все, Грузию, собаку. Да не хочешь ты никакую собаку? Почему? Потому что посмотри на Сережу Симонова, не нужна тебе такая собака. Нет, ну в смысле, блядь, это же было бы... Хорошо, я тебе скажу. Мы из... Подожди, мы почему? Что значит я не готова? Ты к этому не готов? Мы почему из Мексики уехали, где была квартира и все было заебись, и мы в принципе справлялись? Ну, это нам... Потому что ты захотел собаку и дом в Волхове, но мне об этом не сказал. Сказал, что по мамочке соскучился, приехал, и что было дальше? Через сколько дней ты охуел? Через 3? Ну... А чем ты думаешь, Грузия будет лучше, если ты будешь понимать, что ты туда еще и навсегда приехал? Как навсегда? Что значит навсегда? Ну как, ты ж хочешь осесть, ты говоришь. Все, на, держи их. Ты уже стакан не держишь, их не держишь. Так а что такое оседлость? Я не знаю. Я против Грузии ничего не имею. Ну ты там сопьешься? Пьется, а ты? А ты нет. А я раскобылею до 150. Ничего. Ужин по душману. Ну, я вам говорю, что сейчас каждый день это пиздец. Это потери бабок. Просто в минуса идешь.
А в Грузии мы жили, мы могли, блядь, и в ресторан сходить, и суши ели, ёпту. Ну ладно, в Грузии суши мы ели один раз, то на мою днюху. Не, ну все равно там как-то. Потому что в Риврите не забирайся, как говорится. Ну все лучше было. Даже вот по финансам, даже они справлялись с Грузией, блядь. На работу пойти? Мне? Да. А место на какую? Короче, дьявола, хуй знает, что делать. Понятно, что так жить можно, жить и жить. Но, бля, это не жизнь. Так а вот что такое жизнь, блядь? Вот опять же. Что такое жизнь? Вон тоже девчонка стоит и думает. Что такое жизнь, блядь? Не, повторяюсь, но, блядь, мой бзик, что я не могу больше 3 месяца в стране находиться, меня, конечно, пугает. Не, ну здесь реальность пизда. Юр, это не твой бзик, это наше нежелание делать ничего для того, чтобы мы могли в этой стране находиться дальше. Да, желание не делать ничего. Это наше желание продолжать не делать нихуя. Продолжаем не работать, ёпта. Ну да, наверное. Как Майоров сказал сегодня на стриме, что это не путешествие, а метание. Пошел в жопу, там сам ты куда ездил, Майоров? Он суп ел зато. Сиди там, Майоров, суп ешь, не повернись. Нет, ну бля. Приятного аппетита тебе. Нет, ты до сих пор бы съездила бы на Маврики еще куда-нибудь бы, да? Просто вот дай тебе билет, ты бы сейчас в новую просто страну бы поехала. Конечно. Да, охуеть. Чего я хуи не сосу? Я бы вообще, блядь, так же хотел жить. Серьезно? Тебя вот не заебало вот это все? 4-звездочные гостиницы, завтраки, блядь. Бабы эти. Нет? Короче, девала мои, я так вообще нахуй. Катька, я говорю, он все эти посмотрела, как их штуки назвали. У меня депрессия опять. Какая она. Смотри, что, ну сколько масла. И масло черное было у них. Ага. Ну, видишь, как? Цвет масла, видишь? Да, она, наверное, права, это не желание нихуя не делать. Что? Ты, наверное, права, это желание нихуя не делать дальше. Ну, то есть я вот прекрасно на, по поводу Мексики, по крайней мере. Там, ладно, хоть ребята сначала нас бросили, но потом помогли. Мы нашли эту квартиру, заселились. Там все, учи, учи язык было. Занимайся дома, в моем случае, находи работу, маникюрши, цепляйся, живи, потом имей паспорт, рожай детей, ты не хотел этого. А ты захотела? Почему нет? А? Почему нет? Я спрашиваю. Можно было вполне, но без детей там. Ну, лет через 5 я бы готова была детей. Так а если в Грузии, в старом городе, хатку нормально? Откуда она возьмется там? С ней. Потом мы снимем. Почему? Потому что мы туда вернемся, когда там будет тепло. Уже будет сезон. Че? Ну и че? Так-то, блядь, тебя мужик в Рио-де-Жанейро, блядь, это снял. Ты мне вообще, блядь, нечем ебнуть-то, подожди, блядь, нечем. Подождите, сейчас маски. Ты сколько масла? Масло, посмотрите, сколько в Макчитинах. Вот так-то.
Да что так тит они, да? Я не хочу тут. Масло старое, потому что. А было. Масло старое, ёпта, прошлого года. Так что пиздец, братва. Я просто вспоминаю твое состояние последний месяц в Грузии. Какой я не помню. Ну что ты в запое была, водку по утрам пила, там где хуёво там было. А сейчас ты спишь и говоришь, ой, блядь, Грузия. Там много, хорошо. Но ты должен быть внутренне готов к тому, что ты там осядешь. А у тебя этой готовности еще нет. Потому что у тебя ее 3 месяца назад не было. Откуда у тебя, блядь, час возьмет? Сейчас я понял все. Я не путешественник больше. Я заебался. Я не хочу. Я не хочу ни поесть, я хочу лежать и пить вино. Обеспечивать их что? Не, да я так утрирую. Там интернет нормальный и все. Кто-то обеспечивать будет, все. 2 года я пообеспечил, ты не думаешь, что надо? Чё? Кто распиздить хочет? Она хочет что-то. Кто хочет? Так что вот так, друзья мои. Мы же нихуя не понимаем. Пяу-пяу-пяу, пяу-пяу. Еще и глаза нет, видишь? Смотри, смотри. Так что вот такая вот ебань. Ну, ты вроде бы с мамой была. А, общая, общий ребенок. Ну да, вернешься, опять заебет. Короче, время умирать. Я вот, наверное, не то, что время умирать, а время умирать. А? Получается, блядь. Что ты какую-то херню-то несешь? Почему? Я хочу пуделя, блядь, себе. Заведи пудель. Артемоном я назову его. Артемон. Фиолетовый какой, знаешь, такой. Не хочешь ты пудель? А что я хочу? Вот. Теперь мы пришли к главному. Тебе нужно понять, что ты хочешь. Артемона. Все-таки за филе. У меня вот иногда этот юморок озерский, блядь, раскатывает, пиздец. Здорово, пичулик. Я хотел вас спросить, что делать, блядь. Если нехуй делать, напишите, блядь, реально. Может, тоже были в такой ситуации? Где-нибудь в Рио-де-Жанейро, блядь. Всякое же бывает. Не, ну зато мы в Бразилии. Так ты счастлив? Не, блядь, не. От Бразилии? Да. Не. А какой тогда толк от того, что ты в Бразилии? Никакого. Мне вообще не нравится. То есть это вообще. У тебя нет страха того, что вот если ты вернешься в Россию или поселишься в Грузии, что все эти чуханы своего канала, которые ты 7 лет чморил, что они на тебя отыграются? Нет. Угу. Но нет таких. Они все сами могут. Нет, ну грубо говоря. На твоем уровне понимания. Не поймут меня. Скажут, ты нихуя, сам молодец. Себе не проиграешь, то есть. Нет, я же сам к этому пришел. Я прошел так весь проблема-то этот проблема-то в том, что в Бразилии это дорого? Или в том, что ты уже хочешь просто прижать жопу к плетеному креслу? Да, так и даже в Бразилии, знаешь, не то, что это дорого. Я не готов здесь никаких денег платить за то, что вокруг. Вот, наверное, вот так я скажу. А в Бузиусе? В Бузиус ты там один хуй, блядь. Месяц-два проживешь и взвоишь нахуй.
так жить нельзя. Это как самуйчик, блядь. Нахуй, нахуй его. Пусть он будет. Ну, нихуя себе. То есть тебе 5 лет так жить можно было, а теперь мне, блядь, так только месяц можно пожить. Это что за нововведение? Не, ну я рисую с документами. Ты тогда так говори. Нельзя жить так тому, кто уже 5 лет так прожил, так жить нельзя. Вот на самом деле в Бузиусе все есть. Да, для просто жизни. Кроме жилья нормального. Дай глотнуть. Вы уж не сбите что-то эти видосы, но сами вот говорю вам как есть. Ёбаные вот эти, бля. У меня вообще никаких видосов. А ты забил? Ну, как тебе вообще никаких видосов? А что мне записали? А какое у нас состояние сейчас? Вот, как это назвать? У тебя депрессия какая-то. Не, наша общая такое. Где мы сейчас, на перепутье или? Если наша общая. Ну, блядь, на перепутье мы сейчас это, куда ехать или как это назвать? Нет, ты на перепутье. А ты? А я сейчас говорю, берем автобус на 20 часов и ебашим во Флорианополис. Так чтобы что? Там сядем, ребята уже кидают 14 тысяч на квартиру, что ты? Блин, там до тех цен. Реально думаю, да, здесь, блядь, 70, а там 14, зайди на Airbnb, на эту хуйню, так тогда они и здесь по 14. Все, поехали тогда в Волхов, хули, делать некуда. Как-то так получается. Донайте им по 1000 на домой. Хотел, видите, обсудить наше будущее, один путь, все сразу вам. Ну как? Я же вроде спокойно, да? Ты же это вот меня, я тоже спокойно. Думаешь, что я с тобой только из-за путешествий? Нет, это не так. Ага. Еще из-за денег. Если ты со... Поглядите, просто поглядите, что ты делаешь. А? Горчичники, блядь. Поворачивайтесь, я Ниссанова угла жопами, я вам налеплю парочку, вот так, чпам! Так что вот. Ладно, давайте, не грустите. Разъебемся, что-нибудь будет, придумаем. Короче, отсюда надо куда-то депортироваться. Давайте. Трум-бум-бум-бум-бум.